Você já tudo no que dentro aqui, ó. Каждый раз разные, одних и тех же отработанных приемов нет. Верно. Смысл не повторяться. Для чего? Тихо, это остановление. Сейчас выводим. Тихо. Можно это снимать? Снимай. Это какие ощущения? Да, это просто пизди. Тело движется само. Давай, ты. Ты это снимай. Все ощущения. Это... Раз, два, три, четыре. Включаем. Это все работает. Хуже. Да. А если этого не делать? Умрет. Не решили, я недельку поболит. А потом будет здоровее, здоровее. Это вот а что человек чувствует? Что тело начинает двигаться само, не подчиняясь твоему разуму, а просто почему-то начинает двигаться. Не туда хочешь, куда его послать. Не туда, куда приказываешь ему идти. А просто начинает двигаться. Нога куда-то убегать начинает. Руки куда-то начинают дергаться. Ну, главным образом, выходишь из равновесия, и тебе несет. А последствия какие для организма есть? Для моего? Ну, откровенно говоря, не знаю. Один раз вот было, что я получил энергетический удар. В течение двух недель, наверное, была боль в затылке и в шее, и вот здесь вот, за грудиной. А потом ничего, все нормально. А сам ты так можешь? Ну, кое-что могу. У меня, в общем-то, есть запись, когда мы просто дурачились на квартире. И, в принципе, да. Вылетает, само собой. Но я сам не считаю это, в общем, энергетической работой. А как это называть? Да вот, черт его знает. Но если резко выбросить человеку руку в лицо, он начинает двигаться. Он начинает отдергиваться. Хотя, трудно сказать, есть ведь такая работа и со спины, когда человек не видит. Такая работа есть, но тебя почему-то начинает вести в сторону. Но этому можно сопротивляться, в принципе. Сопротивляться можно. Можно дать себе команду. Все, никуда не сдвинусь. Все, и стоишь мертвым. И получаешь. Почему? Уже нормальный физический удар. Самый обыкновенный. То есть, получается, этому сопротивляться вообще бесполезно?
Вот если, например, два человека, которые и один владеет этой техникой, и другой техникой владеет. Получается, побеждает тот, кто владеет лучше. Кто лучше умеет управлять другим человеком, тот и побеждает. Ну, а победитель развалина не будет напоминать? Нет, не будет. Восстановление, оно вообще проходит быстро. И вообще, победивший человек, он очень быстро восстанавливается. Сам факт победы он его восстанавливает. Да. Всегда. Кошку пускают. Развитие. В чем смысл этой системы? Человек начинает становиться инженером. И плюс по времени. Помнишь, я рассказывал, как мир обрастался плюс по времени? И вот ситуация возникает такая. Тоже. Бери ножку, что ты? Конечно. Да. Что, дорогие мои, иди сюда. Сейчас я вас пойму. Может, не надо? Ну, давай. Андрюха, хорошо. Пойди возьми другую ножку с желтой ручкой. Да. А это без энергетики? Сейчас мы попробуем. Еще чуть-чуть. Смотри, как интересно. Все помещается. Опа. Я думал, будет нож. Вдвоем. Смотрите, как интересно получается. Опа! А если бы это было быстро? Можно понять. Не пиши, а так нормально атакуйте, будете ноги.